Чедане прошло открытие военно-патриотического клуба, который назвали в честь министра обороны России Сергея Шойгу. Клуб открыт при местной школе энтузиастами, которые своими силами отремонтировали заброшенное здание и приспособили его под клуб для подростков и молодежи. К открытию клуба имени Сергея Шойгу приурочили церемонию вступления 48 школьников в ряды юноармейцев. Дорогие наши дети, ветераны войны, это знаменательное событие для нас, действительно, это так. Потому что не только от того, что мы сегодня нечто открываем, а просто с душой, своими руками вы смогли сделать, казалось бы, заброшенное здание далеко не лучшего вида. Просто взяли своими руками и сделали. Премьер подарил клубу сертификат на приобретение борцовского ковра и другого спортивного инвентаря. Получается портрет министра обороны Российской Федерации. Также вручается сертификат на приобретение спортивного оборудования. Не менее важной частью поездки в Чедан стало посещение строительства пристройки к детскому саду. Проектом реконструкции предполагается возвести двухэтажную пристройку, которая позволит дополнительно принимать 78 детей. Здание практически готово. Остаются внутренние и наружные отделочные работы. Глава республики попросил подрядчиков достойно завершить объект в течение 2 месяцев, уделив особое внимание качеству.